Тюменцы вместе со всей страной написали диктант победы. Заявки на участие подали свыше 18 тысяч жителей региона, и это только в очном формате. Работали больше 150 площадок. За 45 минут участникам предстояло ответить на 25 вопросов о событиях Великой Отечественной войны. Написать диктант можно было и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. В этом году акция проходит уже в 6-й раз. Свои двери распахнули 27 тысяч площадок по всей России и даже в ряде других стран. Акция мотивирует изучать историю военных лет. Есть же вопросы, которые заставляют задуматься, что-то мы не знаем, и выносим эти вопросы после диктанта и ищем на них реальные ответы уже в тех источниках, в первоисточниках, которые нам позволяют в дальнейшем уже понимать исторические события. Вот мы всегда говорим о том, что молодежь это не помнит. Молодежь это не помнит. Виновата молодежь, да не виновата она. Мы виноваты, старшее поколение, если молодежь не интересуется чем-то. Мы виноваты. Значит, не заинтересовали.